Привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам запишу вторую часть, как же продлить автономность вашего iPhone на iOS 14. В данный момент у меня iOS 14.0.1. Что у нас по автономности? По автономности у нас вот такая ситуация. Сейчас, как видите, 8 часов вечера, 20.07, и сегодня 4 октября. Здесь же суббота, то есть сегодня воскресенье, здесь же суббота. Я в 4 часа снял, и как видите, какой график батареи у меня пошел. То есть я очень достаточно активно использовал телефон, сидел в всех соцсетях, монтировал видеоролик, записывал видео, как бы очень сидел активно. Что нужно сделать? Первое, конечно же, пользуйтесь в основном Wi-Fi, если пользуетесь сотовыми данными, то есть что-либо одно отключаете. Но сразу говорю, что Wi-Fi меньше потребляет. Включайте в энергосберегающий режим, ну и, конечно же, регулируйте яркость вашего экрана. Следующие настройки будут касаться конфиденциальности, то есть системные службы. Опять же, рассказываю то, что я рассказывал в предыдущих роликах. Оповещение о геопозиции отключаем, поделиться геопозицией тоже оставляете только делиться на вашем iPhone. Blitz-приложение здесь все отключаете, если у вас включено. И опять же, пройдитесь по всем тем приложениям, где вам нужно включите, где не нужно отключите. Это все использует как бы энергопотребление. Дальше, системные службы. Заходите в системные службы, отрубаете, опять же, особенно вот эти три пункта. Аналитика iPhone, маршруты и трафик, и популярное рядом. Это все то, что постоянно коннектится через Wi-Fi и через сотовые данные. Оно вам не нужно, это будет очень много потреблять энергии. Все отрубаете. Важные геопозиции, здесь тоже ничего не надо включать, отрубаете. То есть значок меню статуса, это все отключаете, это все не важно, это все отрубайте однозначно. Ставьте только то, что вам нужно. Выходим обратно в меню, опускаемся ниже. Аналитика и улучшения. Здесь отрубаете все. В прошлом видео я сказал, что здесь отключаем, здесь оставляем, здесь отключаем. Отключайте улучшение диктовку Siri, так как это данные будут отправляться. Как видите, последний раз, когда у меня отправлялись, это 25 сентября. Вот. Вот тогда я как раз отключил это все дело. Все, вся аналитика полностью будет отсутствовать, и меньшее потребление энергии уже вам обеспечено. Ну и реклама от Apple тоже это все отрубаете. Это эти заветные функции, все, что вам нужно сделать, чтобы добиться того результата, который я показывал. У меня уже больше, чем сутки работает телефон на 4 часа. То есть 28 часов работы, как можете заметить. И я очень активно использовал телефон. Я вам могу еще раз показать аккумулятор. Пусть данные загрузятся, сами прекрасно все увидите. Я им использовал максимально. Выходил днем и использовал его полностью нормально. В Инстаграме посидел, в Вайбере посидел, в Сафари, в Фейсбуке. То есть звонил, как можете видеть, 31 минуту, но поговорил, как бы там есть в творческой студии и так далее, и так далее. И это все набивает какое-то определенное время, чтобы вы понимали. Выехал из города без зарядки, без ничего. Вот приехал только домой, и мне вполне хватило. Сейчас 37%. Если не верите мне, проведите эти функции, убедитесь сами, что это действительно работает. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Всем пока.